вы прилетели в Грецию. Все нормально, сейчас ждем наш шаттл, когда он тронется. Мы сейчас идем на парковку, чтобы доехать на автобусе до Rental Cars, где стоит наша машинка, которую мы взяли в аренду. And we have a point in Delphi. Yes, yes, one of the destinations. Okay. I know you will go many places, I'm sure. Yeah. Мы добрались до компании, в которой мы берем машинку в прокат, называется она Golden Car, и прямо из аэропорта на их трансфере нас дядька довез до офиса совершенно бесплатно. Ну, конечно же, это входит в аренду, и пока Катя заполняет документы, я тут немножечко огляжусь. Нам дали большую тачку и на дизеле. Тут тоже платные дороги, и нам приходится платить. Мы 2,80 заплатили, да? И, наверное, здесь тоже какая-то такая же примерно цена будет. Дороги в Греции платные, в среднем 2-3 евро стоит проезд для обычной легковой машины, и очень широкие, хорошие, ровные дороги. Выбрались мы на паркинг возле озера. Улики называется озеро, оно огромное. Смотри, куда простирается. Вообще как немерено. И оно такое все витиеватое. Но туда нельзя пройти, потому что все огорожено. В отличие от России, где мы едем вверх-вниз или объезжаем горы, здесь они просто прорубают через гору туннель, либо вот как здесь прорубают дорогу, и можно прекрасненько проехать по прямой. Мы добрались до еды. Причем это проблема была. Забираем последний пирог со шпинатом, последние два пирога с сыром. По 1,5 бакса, по 1,5 евро. And what is this one? Самали. Мне тоже так кажется, что типа да, ты прихреново пародируешь, еще не похоже. Небольшой. А ты их видишь? Да. А, вон они. Зачем пусто? А, сейчас они типа дикие. Да они смотрят на нас как на диких. Как чубали, что ли? Вон смотри, они, целую кучу гуси, не кушают. И куры, и козы. Тут вообще зоопарк. Прекрасно. Два гуся, видишь, такие, типа. Все там, оп, там оп, чу. Всех смотри, для каждой твоей попали. Да, слушай, целебушек вообще без... Мы практически добрались до Дельфы, и вот такой вид открывается с дороги на город. Очень красиво. Город смотрит вот на такое ощущение. Обалдеть. Все просто чума какая. Конечно, двойки помощники еще те. Это вообще еще меньше, что может быть. Обычно на обочине, ну вот как здесь, например. В целом красивый очень пейзаж, но если посмотреться, то вот это вот все мусор. И, конечно, вид красивый, но если не считать вот этот мусор. Обрезать, то красиво. Мусор, конечно, сильно все портит. И овечки блеют.
И рыжая жопа. Жопа рыжая. Довольная рыжая жопа. С глазюками, да? Вот сегодня у нас попался нам Mitsubishi L200. Real Muscle Car. Он такой уже подуставший. С замененными сиденьями. Но прям true. В какой-то жуткой краске. Такой прикольный. Божечки, сколько ему лет? В Москве на таком не поймут.